Здравствуйте, вы смотрите канал Данила Кулеша, и расскажу вам про то, что продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России начнутся уже 25 октября. «25 октября в России в продажу поступит полная линейка iPhone 5s и iPhone 5c, в которую входят модели с 16, 32 и 64 гигабайтами памяти в корпусах разных цветов. Список государств, в которых появятся смартфоны помимо Российской Федерации, вы можете увидеть на экране». iPhone 5s и iPhone 5c также будут доступны в пятницу 1 ноября в следующих странах, которые вы видите у себя на экране. Стоимость iPhone 5s в США составляет от 199 до 399 долларов с двухгодичным контрактом оператора связи и от 649 до 849 долларов без контракта. Цена зависит от объема встроенной памяти от 16 до 64 гигабайт. Во Франции и Германии незалоченное устройство обходится в 699-899 евро, в Великобритании в 549-709 фунтов стерлингов. Бюджетный iPhone 5c, ставшим первым телефоном Apple с цветным корпусом, продается от 99 долларов с двухгодичным контрактом. В России iPhone 5s будет поставляться в цветах золотистый, серебристый и серый космос по цене 29 990 рублей за модель с памятью 16 гигабайт, 34 990 рублей за вариант с памятью 32 гигабайта и 39 990 рублей за версию 64 гигабайта. iPhone 5c будет представлен в голубом, зеленом, розовом, желтом и белом цветах по цене 24 990 рублей за 16 гигабайтную модель и по цене 29 990 рублей за модификацию с объемом памяти 32 гигабайта. Чехлы для iPhone 5s и iPhone 5c будут доступны в российском онлайн-магазине Apple Online Store и у ряда авторизированных реселлеров. iPhone 4s с памятью 8 гигабайт будет доступен по цене 17 990 рублей. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки, спасибо, пока.